По предварительным данным, 11 ноября текущего года в 16 часов 45 минут на 496-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение двух транспортных средств. Автомобили «Форд Транзит» под управлением водителя мужчины 1975 года рождения и автомобили «Хёндай H1» под управлением водителя мужчины 1983 года рождения, после чего произошло возгорание автомобиля «Форд Транзит». В результате происшествия пассажир автомобиля «Форд Транзит», мужчина 1957 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте. Оба водителя, а также 5 пассажиров автомобиля Hyundai H1, мужчины 1992, 1995, 98, 83 и 1977 годов рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены истинные причины совершения данного дорожно-транспортного происшествия.